Недавно с полей начали вывозить сено. И когда повернули один из рулонов, раздался писк. И оттуда, как горох, посыпались малыши. А затем выползла и мама. Она вырыла нору там и родила деток. Малышам сейчас около месяца. Как они выживали, я не знаю. Благодаря тому, что мама, похожая на скелет, отдавая все силы, кормила. Я не знаю, счастье это или боль, что малыши попались на глаза вот так людям. Ведь многие стога сена остаются зимовать в полях. И этих малышей 100% ждала бы смерть. А еще, ребята, у мамы сломана лапа. Маму назвали Челси. Когда ехали с поля, на обратном пути, на обочине, нашли еще одного щенка, чуть постарше. Ему 2,5 месяца. Малыша вывезли и выкинули в поле. Одного бросили и все. На растерзание лисам. Или на медленную мучительную смерть от холода, от жажды, от голода. Малыша тоже забрали. Это мой маленький. Понял, как сосать, да? Понял, скажи, как сосать. Ну, сейчас мамку привезут, потерпите. Ой, тиморюсенький такой. Ну, учись, учись, маленький, да-да-да. Малыши очень голодные. Мама истощенная. Поэтому малышей учим сейчас есть кашу. Маму Челси сегодня отвезли в клинику. Сделали рентген-снимки. И у мамы подтвердился перелом передней лапы. Ребята, долги у нас в клинике зашкаливают так, что я даже не знаю, что сказать. Реву и умоляю врачей сделать еще одну операцию и клянусь, что погашу долги. Ребят, пожалуйста, помогите нам. Помогите, пожалуйста. Я вас очень прошу. Ради всего святого, во что вы верите. Друзья дорогие, помогите нам, пожалуйста.